На протяжении 18 лет Центр детского творчества «Импульс» проводит открытый конкурс художественного и декоративного прикладного творчества «Пасхальная радость». Из года в год участие принимают жители Ленинского района от мала до велика. Решение шло не от нас. Это предложило Видновское благочиние. В частности, это наш Свято-Екатеринский монастырь. Владыка Тихоном, епископом, было предложено. И они видели этот конкурс вот так. Мы его поддержали. И потом он пошел уже, в общем-то, свое шествие в развитии. В этом году жанры, как и жюри конкурса, остались неизменными. А вот темы для творчества организаторы решили придумать новые. Оценивать работы детей было очень сложно, ведь каждая заслуживает награды. В этом году более серьезные работы, более содержательные, более наполненные содержательным смыслом, не только сувенирная продукция. Выставка более компактная, и уже нет таких несерьезных работ. Все соответствует тематике, все очень глубоко и интересно. Творческий конкурс «Пасхальная радость» направлен на духовное просвещение, нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения. Он позволяет раскрыть молодые таланты и развить творческое начало в душе ребенка на основе православных традиций. Цель, прежде всего, должна быть духовная. Мы этот конкурс проводим для того, чтобы дети своими руками, своими талантами могли как бы отпраздновать Пасху. Чтобы лишний раз задумались о великом событии историческом, о воскресении Христовом. Все отобранные работы примут участие в финальном конкурсе, который состоится 11 апреля. А всех остальных творцов искусства организаторы ждут в следующем году с их новыми шедеврами. Анастасия Воронина, Владимир Андрианов, Елена Кошелева, Видное ТВ.